На Гомельщині працягуються святочні мероприємства, примеркованные до Дня енергетика. Сьогодні УРУП «Гомельэнерго» узнагородили працівників, які унесли значний уклад у развитие галіни. Причем ушанованием только работников не обмежавалися. Подробности в материале наших корреспондентов. Своим профессиональным светом энергетики вельми гонорятся. По-перше, это еще одна подстава подвести выники прасы. А по-другое, махчимость подтвердить высокий статус профессии у громадстве. По словах самих энергетиков, мы им кнемся працевать добро, и у нас шмат чего отрымливается. Причем, это не только вытворшие поспехи. На передыдне свята у «Гомельэнерго» у третий раз провели конкурс детячих малюнков и у першиню детячих выробов. Тема одна – откуль берутся светло и тепло. Самым маленьким удельником стал двухгодовый Богдан Агапов, який разом с мати представил работу, энергетики спешаются на допомогу. Знакомые предложили принять участие. Вот мы подумали, что можно сделать. Сделали подделку из пластилина. Ему было очень интересно делать столбы, провода. Он все время спрашивал: мама, что это? Мама, что это? Поэтому ему было очень интересно. Фантазию удельников конкурсу никто не обмежевывал, а тому выробы отрымались настолько разностайными. Во всяляким выпадку, первая у свете электрификованная хата Бабы Яги у выконании навученки 38-й гомельской школы Софии Яроцкой ранее нигде не демонстрировалась. Журы полечило, что эта работа достойна гран-при. Я хожу на кружок, и там я сделала вот такой домик. И нам с мамой в голову пришла идея сделать такой вот домик, там, где живет современная баба. Дипломы переможцев и подарунки. Что было у пакетах, журналисты не цікавіліся, але найбольш малые удельники тримали их с тяжкостью. Вельми вероятно, что для некого из удельников конкурсу гэтые узнагороды станут первыми отриманными у «Гомельэнерго», особливо, коли праз некий час яны станут працавать у галіне. Своих работников тут сапраўды ценят. Только в этом годе на Гомельщине узнагородили больше, как 500 супрацовников региональной энергосистемы. Уважаемые коллеги, ветераны энергетики, от всей души поздравляю с наступающим праздником, Днем энергетика. Хочу пожелать вам всем здоровья, успехов, удачи, безаварийной работы. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».